София, не уходи. Оставайся. Я не знаю. Что с тобой? Ну что за шутки? Ему плохо, плохо. Анита, принеси воды. Идем, я тебе помогу. Садись на стол. Ему нужно отдышаться. Не надо, не снимай маску. Марсело, помоги ему. Надо снять маску. Нет. Estas calles queridas donde la vida me vio crecer. Vecina, llegó el sudero con la alegría otra vez de andar por el vecindario porque en el barrio me enamoré. Sudero de mi vida, no hace falta que te diga, tu simpleza y tu alegría me han ganado el corazón. Sudero de mi vida, para comenzar el día me hace falta tu alegría y la pureza de tu amor. Vecina, llegó el sudero, a ver quién me va a comprar. Me gusta cuando a la calle todos me salen a saludar. Sudero de mi vida. Sí, señor, sí, señor. Yo lo espero cada día. Sí, señor, sí, señor. Vecina, aquí ha llegado. Sí, señor, sí, señor. Su sudero enamorado. Sí, señor, sí, señor. Vecina, llegó el sodero. Sí, señor, sí, señor. Usted sabe que la quiero. Нет, зачем снимать маску? У нас маскарад, его все узнают. Альберто! Ему нечем дышать. Пусть дышит через эти дырки. Ты же видишь, он в обмороке. Вставай, пошли на улицу. Это не мешок с костями, Муса-папа. Ему надо на свежий воздух. Не забывай, что я врач. А я владелец этой фабрики. Муса-папа, ты мне надоел. Делай, что хочешь. Я больше не собираюсь выручать твою семью. Отлично. Пока. Ступай. Что ты вытворяешь, Муса-папа? Как ты не понимаешь? Марсело – врач. Врач. А этот человек то ли в обмороке, то ли пьян. Какой? Такой. Кто он? Муса-папа, кто этот человек? Как приятно. Так бы и целовался с тобой до конца жизни. Молчи. Почему? Ты меня смущаешь. Тогда я не буду открывать рот. Да. Мне больше нравится, когда ты молчишь. Хотя я люблю в тебе все. Твой рот, твою кожу, твой запах, твои поцелуи. Люблю, люблю, люблю. И люблю, когда ты молчишь. Я как раз и молчу. Дай мне, наконец, высказать свои чувства. А мне, выходит, нельзя. Со мной никогда такого не было, это впервые. Ты пещерный человек, и я не устану тебе это повторять. Ты и так без конца мне это твердишь. Простите, мы не заметили вас. Сейчас уйдем. Ничего, продолжайте. Нет, лучше мы уйдем. Все в порядке, София, мужайся. Спокойной ночи. Простите. Пустяки. Ты можешь сказать, какая муха тебя укусила? Марсело только хотел помочь этому бедняге в маске. Он пришел на маскарад, чтобы испортить вечеринку? Как он посмел снимать с него маску? Ему было нечем дышать. Он притворялся. Он был пьян. Притворялся? Неужели? Я не настолько глупа. В последний раз тебя спрашиваю, кто это был? Даниэль. Даниэль? Дани был Зорро. Зорро? Это не Дани. Прошу тебя. Соломон, не Даниэль. Соломон? Да. Теперь Соломон. Мой бухгалтер.
Что случилось, если бы Марселло снял с Соломона маску? Объясни. Зачем ему снимать маску? Он что, полицейский? Служит в ФБР? Кто он, чтобы снимать маску с Соломона? Он врач. Не будем продолжать этот разговор. Повторяю, ты пещерный человек. Я пойду. Счастливо повеселиться. И повеселюсь. Кто там? Я. Кого ищешь? Тебя. Поздно. Почему? Чищ подметает, у Ленор рассердится. Мне нетрудно убрать за Ленор, но пусть тогда платят сверхурочные, так и запомни. Сверхурочных захотел, не мечтай. Послушай, Боча, меня пригласили сюда танцевать, а не подметать. Тебе весело? Очень. Тогда заткнись, или я разозлюсь. Вот тебе, получай, получай. Перестаньте, хватит, прекратите, пожалуйста. Вы должны отвезти меня домой. Если только на буксире. Что? Я же дала тебе свое платье. Иди домой, у тебя там ребенок плачет. Проваливай отсюда. Исчезни, давай, иди, иди. Займись лучше ребенком. Иди к ребенку. Быстрее, Анита, я ухожу. Да, пойдем вместе. Денег хватит? Да, с лихвой. Вот и отлично. А где счастливая улыбка? Я довольна деньгами, но вечеринкой вряд ли. Почему? Было столько взрослых, пили какие-то толстяки, один парень упал в обморок. А мой Мона не хочет меня видеть. А Дани? Что? Ушел, даже не попрощавшись. Дани хороший парень. Пойди, поговори с ним. Поцелуй его, расшевели, и все будет хорошо. Тебе нечего терять. При ссоре хуже не бывает, чем затаить обиду. Пожалуй. Как мне все это надоело. Какого черта я в это ввязался? Уехать, что ли? Или опохмелиться? Альберто, с кем это ты? Неприятности Софии? Нет, София, если рассердилась, то немного. С Ипполито, с этим поганцем Ипполито. Эка новость. А ты чего сияешь, как медяк? Просто так? Я никогда не думал, что у меня с Ленор будут такие прекрасные отношения. Мы с ней неплохо провели время. Заметно. Привет, привет. Как дела, мальчишки? Хорошо. Где Рамина? Убирает. Все подмели? Все сияет, как хрусталь. Что это? Не знаю. Он еще спрашивает. Песня? Да. Чья? Чья? Виконти? Да, как я тебя люблю, глупенький. Виконти. Почему бы нам не прогуляться? Опять потащишь нас на дискотеку? Нет, ты скоро женишься, и к тому же... Ты мужчина. Лучше завтра пойдем на выставку. Зачем? Это что-то... Потрясающе. Здесь недалеко, в выставочном салоне. Там продают столько интересных вещей. Мне нужна ткань. Да и цены невысокие. Он хочет затащить нас на выставку за тряпками. Там и продукты продают. Помнишь, мы ели испанские оливки? Испанские? Да. Они там продаются? Там уже выставка благотворительная, и весь доход поступит в городские госпитали. Давайте поможем. Конечно. Займемся благотворительностью. Привет, папа. Ты все время был здесь? Нет, я выходил погулять. Все думал о маме. Понравилась вечеринка? Да. Что, поругалась с Мусапапой? Да. Теперь ты поняла, что он за человек? Не будем об этом. Пока. Если позвонит мама, узнай, пожалуйста, где она. Ладно. Отдыхай.
comprar. Что это значит, папа? Не знаю. Может, это маскарадный костюм Мануэля? Его нашел Тимотео. Не знаю. Этот наряд сшит на взрослого человека. Тогда не знаю. София, я смертельно устал и только что принял снотворное. Я надеялся уснуть. Разберемся завтра. Нет, пусть будет сюрприз. А ключи? Он не запирает. Мила, Эрика! Эрика! Подлец! Что ты делаешь? Подонок! Не думала, что Даниэль на такое способен. Это гадко! Гадко! Но ты не переживай, все образуется. Это им ударом не пройдет. Клянусь! Девочка моя, почему ты плачешь? Она поссорилась с Даниэлем. Мы пошли к нему, и угадай, с кем мы его застали? С той танцовщицей, которая всю вечеринку сверкала ляжками. Это отвратительно. Гад. Добрый день. Добрый день. Все в порядке? Все в порядке. А у тебя? Ты что-то хотела? От тебя? Нет. Я пришла за другим. За другим. За другим. Когда ты перестанешь делить проблемы на свои и мои? Я не посторонний. Верно замечено. Тебя это тоже касается. Ты прав. Я как-то не подумала. Я взяла у Ленор телефон Соломона. У Ленор, ты мне не веришь? Есть причины? Так надежнее. А что? Нельзя? Или тебе есть что скрывать? Нет, нечего. Абсолютно нечего. Привет! Как я рад видеть вас вместе. Вы оба излучаете любовь и счастье. Как поживаете? Шалом. Шалом алейхем. Шалом алейхем. Понял, как надо здороваться? А то я не умею. Главное не припутать шалом и салям. Как дела? Хорошо. А как у тебя? Прекрасно, как всегда. Смотри на меня. Как дела? Прекрасно, как всегда. Ты плохо выглядишь с похмелья. Так из похмелья? Так из похмелья. После вчерашнего. А, да, я перебрал. Костюм. Да, я надел тот костюм и немного перебрал вчера вечером. Да, вчера. Что было вчера? Ужасно, я ничего не помню. Ни про костюм, ни про то, как я надрался. Кого ты изображал? Кого? Кого? Ну, нет. Нет, не машиниста. Я изображал пришельца. Нет. Изображал пришельца, да. Нет. Обманщик. Нет, подожди. Вспомнил. Страуса. Нет. Женщину-кошку? Смотри на меня. Забудь. Забыть? Да. Не понял. Ладно. Я лучше пойду, надо проверить бумаги, потом поговорим. Да-да. Нет, это невероятно.
невероятно. Ты неверно поняла. Если я буду об этом думать, то мне начнет казаться, что там была Магда, которая насмехалась над нами, будто мы все идиоты. Минуточку. Это была костюмированная вечеринка. Не мог же я срывать маски со всех, кого не узнал. Знаешь, почему не мог? Потому что ты покрывал того парня под маской, и не будем об этом, иначе все плохо кончится. Кончится, но неплохо. Знаешь, кто был под маской? Армандо, благодарю, но я не могу это принять. Почему? Возьми. Видишь ли, я шел, и она со мной заговорила. Она сказала: «Ленор». Понимаешь, именно сейчас в моей жизни нет места для романтики. А если я вернусь через 5 минут? Я уезжаю в Буэнос-Айрес. Сейчас? Да, такси будет через 15 минут. Проклятие. Я должна тебе кое-что сказать. Ты не представляешь, что для меня значила эта встреча. Мне казалось, что это чувство давно забыто. Я снова почувствовала себя женщиной. Спасибо тебе. Не надо, Ленор. Не благодари меня. Любой мужчина в моей ситуации пожелал бы встретить такую женщину, как ты. Поверь. Ты вогнал меня в краску. Это чистая правда. Поэтому я не мог позволить тебе уехать, не сказав, что ты очаровательная женщина. Прошу, возьми эту розу на память о нашей незабываемой встрече. Что ж, спасибо. Ты точно хочешь это знать? Не дразни меня. Все, что я хочу знать после вчерашнего вечера, это правду. Хорошо. Под этой маской скрывался сеньор Ипполито Кампос, твой отец. Вот, это все. Конец истории. Тогда к чему такая таинственность? Спроси у него. Именно это я и сделаю. Ладно. Подержать? Нет, я сама. Алло. Алло, папа. Принцесса, есть новости от мамы? Нет, от мамы нет. Я звоню спросить. Ты долго там будешь? Да. Значит, поговорим. Дорогая. Боча, я хочу что-нибудь простенькое, неприметное. Без всяких изысков. Вот, например, никаких лишних деталей. Что-нибудь поскромнее. Нам хочется увидеть тебя в чем-нибудь необычном, а то мы умрем от скуки. Поверь. Нет. Ты красавица и должна блистать. Правда? Нет, я не хочу блистать. Ты же знаешь, я не люблю быть в центре внимания. В конце концов, это дело вкуса, Боча. Согласись? Нет, я понимаю. Ты сходишь со мной к портнихе? А ты меня послушаешь? Пожалуйста, прояви ко мне уважение. Я лишь хочу, чтобы ты шикарно выглядела. Знаешь, у меня такое чувство, будто это свадьба. Что? Я всегда знал, что она должна состояться. У меня было предчувствие. Да ладно. Какой же я дурак. У меня такое ощущение, что я тоже почти влюбился. Боча. Правда, я так счастлив. Боча, я тоже. Ой, Боча. Когда-нибудь... Подожди, я кое-что скажу. Не надо рассказывать об этом всему свету. Никому не говори. Особенно Висенте. Ты же его знаешь? Не скажу, а то будет подглядывать. Я видел на кассете Кортни Лав, жену Курта Кобейна.
Ясно. В общем, она была в белом платье с перьями, а тут какие-то фуксии, полный отпад. Красиво, но перья не для меня. К тому же, Бочи, я не люблю перья. Тем более, что мы регистрируемся не в церкви. Зачем мне фуксии? Не в церкви? Нет, Висенте категорически против. Надо же. Кстати, надо будет купить этот компакт-диск. Он подойдет для моих шоу. Да. Для меня это важно. Да. Ленор, где ветчина, которую ты вчера купила? Девочки использовали ее на сэндвичи. А что я буду есть? Приготовь себе омлет. Ты же знаешь, после омлета у меня такая тяжесть в желудке, будто я съела тонну свинца. Когда будешь готовить, не забудь выключить духовку. Она нарочно это делает. Хочет, чтобы я взорвалась вместе с плитой. Вот чего она добивается. У тебя давление. Верно, Боча. Я дам тебе шоколадку. Только... Я конченый человек. Я не могу спать по ночам, не могу спать днем. По вечерам, я думаю, надо уснуть. Но какое там? Я чувствую себя... ходячим трупом. Да, продолжай быть ходячим трупом, иначе я тебя ударю. Лучше бы ты меня ударила. Хоть какой-то знак внимания. Правда. Ипполито, ты не подпускаешь меня к себе. Я столько передумал за последнее время. Я никогда не забуду нашу встречу в клубе. На втором этаже. Да, я помню. Это трудно забыть. Это память сердца. Та встреча перевернула всю нашу жизнь. Мы стояли на втором этаже, смотрели в окно. Помнишь, что я говорил? Еще бы. По-моему, ты просто не хочешь меня расстраивать. Перестань, я все помню. На тебе было... Руки. Да, на тебе было бело-голубое платье. Как футболки у наших футболистов. Мы провели там весь день. Пили, разговаривали, здоровались с какими-то людьми. Это был незабываемый вечер. Для меня точно? Да. Верно. Нет, не надо. Я хотел сказать, что ты для меня все. Ты мне нужна. Нужна. Прошу тебя, подумай об этом. Я уже подумала, и, честно говоря, это не так просто, Ипполито. Потанцуем. Я не хочу, Ипполито. Потанцуем. Ты уезжала, чтобы принять какое-то решение? Да, именно. Я много думала и поняла, что ты идиот. Да, я идиот. Но я люблю тебя. Любишь. Я надеюсь, что девочка ошиблась. Иногда для тебя, Эрика, ребенок, иногда женщина. Я не об Эрике. Я говорю о Рамине. Она мне рассказала, что произошло. Эрика не обмолвилась ни словом. Мне надоело. Пусть ты отец Эрики, но для меня ты никто, только босс. На фабрике распоряжайся как хочешь, можешь контролировать меня, приказывать, но в мою личную жизнь не суйся. То, что вне фабрики, тебя не касается. Я тебе не герой шоу. Не дави на меня, Альберто, не дави. Ясно? Герой шоу? Была такая передача, когда за людьми все время следили камеры. И в туалете, и в ванной, и в спальне. Так и со мной. Ты следишь за каждым моим шагом. Значит, ты герой шоу.
Почти. Вроде того. Сколько раз я тебе верил, когда ты смотрел на меня вот этими самыми честными глазами и твердил, что любишь ее. А теперь вдруг выясняется, что ты герой шоу, а я за тобой слежу. Я поверил, когда ты сказал, что любишь Эрику. Я поверил. Что ты еще скажешь? Что мне теперь думать? Зачем ты это сделал? Зачем? С кем я разговариваю? С Альберто Мусапапой, владельцем фабрики. С партнером Ипполита Кампоса. Сколько вы, два Казановы, обманули женщин? Сколько? Это оскорбление. Нет, но не тебе указывать, как надо обращаться с женщинами. Ты не имеешь морального права говорить мне о порядочности, когда дело касается женщин. Нет, не надо заговаривать мне зубы и рассказывать сказку про белого бычка. Можешь считать меня лицемером, дамским угодником, паразитом, но это не так. Ясно? Скажи, чего ты добиваешься? Говори, что тебе надо, а я отвечу, есть ли это у меня. Давай сделаем наоборот. Лучше ты скажи, что тебе надо. Может, ты хочешь меня ударить? Тебе от этого станет легче? Тогда бей. Ты давно хотел это сделать. Вовсе нет, ты ошибаешься. Нет, я не такой. Зачем мне тебя бить? Тогда уволь меня и успокойся. Конец мучений. Нет, я тебя не прощу. Предатель должен мучиться. Я не стану тебя бить или увольнять. Ты сделаешь по-моему. Господи, это невозможно. Дорогой, хорошо, что ты пришел. Помоги мне. Я никак не могу включить плиту. Я в них совершенно не разбираюсь. Ты просишь меня об этом? Я в глаза не видел эту штуку. Попроси Ленор. Ленор? О чем ты говоришь, Ленор? Она сказала, чтобы я готовила сама и ушла. Куда ушла? Ушла и все. Одна? Нет, с Бочей. Почему она меня не предупредила? Не знаю, дорогой, она такая скрытная, у нее очень трудный характер. Ну, помоги же мне. Привет, София. Как дела? Хорошо, Аниты нет. Я пришла к тебе. Ты занята? Нет, входи. Спасибо. Я хочу тебя спросить. Мне кажется, никто, кроме тебя, не сможет ответить мне на этот вопрос. Что ж, София, спрашивай. Дворник не сказал, когда дадут воду? Дворник. Меня всегда смешат эти бытовые проблемы. Например, когда соседи приходят за сахаром и тому подобное. Воду обещали дать днем или вечером. Мне совсем не до смеха. Когда не можешь жить у себя... Да, я тебя понимаю, это не смешно. Ужасно неудобно, когда вынужден жить в другом месте. Понимаю, вы сейчас у Альберта? Мы переехали к моим родителям. Тогда вам и правда неудобно. Представляю, какой там ад. Нет, был ад. Я не хочу мешать примирению моих родителей. Они помирились? Да, похоже. Я видела, как они обнимались, танцевали. Я взрослая женщина, у меня есть сын и жених, но вся эта ситуация меня очень угнетала. Я искренне рада за тебя, София. Что ж, спасибо за информацию. Поцелуй за меня Аниту. Хорошо. Пока. Спасибо за все. Не за что. Пока. Эльса, ты еще не ушла, я уже скучаю. Даже в ванную не хочу тебя отпускать. Я только приму душ. Но почему ты такой шалопай? Я шалопай. Какой ты милый. Да. Быстрей, быстрей. Да.
Vecina, llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. Me gusta cuando a la calle todos me salen a saludar. Vecina, llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. Para eso hiciste que me quede. Вы помирились. Все по-старому. Подожди, все изменится к лучшему. Я всегда оказываюсь в проигрыше. Если бы не ты, я уже была бы за границей у сестры и забыла бы тебя. Да, твоя сестра живет в прекрасном городе. Там по воскресеньям бывают отличные выставки. Издеваешься? Я говорю серьезно, а ты глумишься. Когда ты последний раз был дома? Я звонила адвокату. Ты не собираешься дать Аните свою фамилию? Чуть позже. Я зайду к нему на неделе. Большое спасибо, ведь ты такой занятой человек. И еще будь добр, ответь на сообщение Аниты, твоей дочери. Она тысячу раз просила тебя ей позвонить. Сегодня же позвоню. Сегодня, отлично. Большое спасибо. Прошу тебя, хватит давать обещания. Лучше выполни их, если можешь. Сегодня. Привет. Как ты, Инесс? Как ты, Эльса? Хорошо. Я рада. Да. Мы подруги, Инесс, поэтому прости, но мне бы хотелось побыть наедине с Ипполито. Вот как? Что ж, не буду мешать. Просто София сказала, что ты вернулась, и я пришла узнать, как ты съездила отдохнуть. Хорошо. Только сейчас я устала с дороги и собираюсь ложиться спать. Что ж, раз ты ложишься спать, я пойду домой. Я тебе позвоню? Да. Тогда и поговорим. Пока, Ипполито. Пока. Как не вовремя. Да, верно. Скажи, дорогой, что нам сделать, чтобы Инесс хоть ненадолго перестала встревать в нашу жизнь? Ипполито не придет. Но он мне обещал. Значит, он забыл. Да, он меня забыл, забыл. Он все забыл. Он сведет меня с ума. Ты уже сошла с ума. Что мне делать? Покажи, что от тебя нелегко избавиться. Эрика, милая. Что тебе? Выслушай меня. Если хочешь, можешь со мной не разговаривать, только выслушай. Что ты мне можешь сказать, Даниэль? Ты меня слишком сильно обидел. Я люблю тебя. То, что случилось, было ошибкой. Я с этой девицей провел всего час и не хочу больше ее видеть. Я люблю тебя, Эрика. Зачем ты это сделал? Ты прекрасно знал, что для меня это будет ужасно. Ты мой первый мужчина. Для меня это много значит. А тебе все равно, с кем спать. Нет. Это правда. Ты несправедлива, не говори так. Ты меня обижаешь. Я люблю тебя и говорил тебе это еще до того, как мы занялись любовью. Что ж, ладно. Но я тебе больше не верю, Даниэль. Нет. Я хочу быть с тобой. Я верю своим глазам. И я вижу, что ты, Даниэль, меня предал. Больше не ищи меня. Я для тебя не существую. Хватит. Все. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, вы видели у входа надпись большими буквами? Посторонним вход воспрещен. Извините, но я задумался о своем и не заметил. Впредь буду внимательней. Скажите, где сеньора Ленор Мусапапа? Она там? Да. А вы кто? Армандо Валье. Минутку. Ленор! Ее нет, Рауль. Что надо? Тут к ней пришли. Кто? Армандо. Кто? Не иначе, как ее новый ухажер. Что? Ничего. Простите, ее нет. Нет. А где я могу ее найти?
Она рано утром приходит на работу и бывает здесь до 6, до половины 7. Вечером она идет в банк оплачивать счета, но если хотите, можете оставить ей записку. И за 20 песо я ей ее передам. Нет, благодарю вас. Я лучше зайду позже. Большое спасибо. Не за что. Пока. Будьте здоровы. Чего хотел этот хлыщ? Этот хлыщ под 2 метра ростом и выглядит очень импозантно. Красивый мужчина. Супермен. Давай подумаем, как нам будет удобнее это сделать. Что сделать? Не понимаю. Мы же решили дать Инесс отворот-поворот. Меня это не касается. Это касается нас обоих. Нет, только тебя. Ведь это ты привела ее в дом, сделала ее подругой семьи, она твой партнер, Эльза. Все, хватит, Ипполито. Думаю, я прав. Сейчас у нас с тобой прекрасные отношения. Зачем ссориться из-за женщины, которая тебе даже не подруга? Я тут подумал, не заказать ли нам вечером свежих креветок и охлажденного шампанского. Ипполито, хватит песен. Уходи. Зачем мне уходить? Что я сделал? Я не хочу с тобой разговаривать. Уходи. Почему вдруг? Неужели ты так быстро забыла все, что мы друг другу говорили? Как целовались? Как прекрасно провели время? Не зли меня, уходи! Эльза, ты сошла с ума. Наоборот, я пришла в себя. Уходи. Не понимаю, какая муха тебя укусила? Я в недоумении. У нормальных людей не бывает таких перепадов настроения. Я ухожу. Уходи. Почему так, брат? Только я соберусь жениться, набросить на себя эту петлю, как кто-нибудь мешает. Я не хочу бороться с любовью. Я хочу создать семью, родить много мусопапиков с черными и голубыми глазками, с белой нежной кожей, как у нее. Они станут газировщиками и психологами. Я хочу иметь семью, да? Не газировщиками и не психологами, а просто счастливыми людьми. Любимая. Конечно, счастливыми. Я счастлив только с тобой. Я не хочу, чтобы мы ссорились. Я тоже не хочу. У меня новость. Я была у родителей. Они помирились. Правда? Да. Отлично. Они слушали музыку своей молодости. Музыку? Молодец, Ипполито. Знаешь, что я поняла? Что? Не бывает идеальных отношений. Есть просто отношения и только. Но это много? Много. С ссорами, расставаниями, битьем посуды и с примирением. Главное — найти свою половину. И когда ты ее найдешь, люби ее. Люби. Я люблю тебя. Не будем разговаривать. Давай просто целоваться.